Ну, привет. Привет, брат. Новичков нынче, что собак не режут. И все не лучше стариков знают. Клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья. И оно говорит: ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю: да ей-богу нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало: а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было, выползать начало само по себе. Правильно. И главное, чекушка заветная туда же. Ну, думаю, гады, не, родного я вам не отдам. До хаты целый день топать, я ж не доживу. Вцепился я в бутылку, вот дитё. Моё это добро, аж день начальник. А бутылку как кто-то держит. И не отдаёт, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Вот это да. Три глотка еле сделал, не идёт. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну значит, глотнул я еще раз, пять, наверное, через силу, кинул им бутылку, подавитесь, падлы. Тут ты меня отпустил. И вот это говорит: ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Николай, рожденный начальник, ты пропал?